Архитектор — это структурное понимание мира. Тебе никогда не будет скучно, потому что каждый раз это новая задача, новые сложности. Такое комплексное восприятие мира. Любую проблему ты воспринимаешь как систему. Это всегда вызов и всегда интересно. Увидеть потенциал объекта, проекта, темы. Представить, как он может выглядеть по-другому, либо наоборот ничего не менять. Этот проект был вдохновлен старым городом, таким обобщенным образом идеальной Москвы, белокаменной, из известняка. Само это пространство стало для нас подарком, жемчужиной, с этой полукруглой искривленной стеной, сложной кладкой кирпича разных времен и другими историческими артефактами. Это само по себе нетипичное место, отдельный домик во второй линии, со своими очень странными, неповторимыми характеристиками пространственными. Потому что, например, высота первого этажа гораздо выше высоты второго, и это создает странную диспропорцию. Здесь мы, по сути, сделали не просто интерьер, а что-то ближе, скорее, к реконструкции. Главная гордость проекта — это то, как на него реагируют люди, то, как воздействует это пространство. В Оде уже 2 года, а мне по-прежнему пишут и признаются в любви к этому месту, что, на самом деле, очень редко и очень ценно. Эта обратная связь дает понимание, что, наверное, что-то у нас получилось. Когда кто-то говорит «мне нравится вода», я всегда уточняю, какой этаж. Потому что это как опросник Ахматовой. Чай или кофе, кошка и собака, Пастернак или Мандельштам. Мне вот больше нравится первый.